Всем ку, ребят! С вами Blacks from Phoenix. И сегодня будем начинать проходить игру под названием Wolfenstein The New Order. Это... простите, конечно, меня, но... я почему-то проморгал, и когда она вышла, я не проходил. Спустя 2 месяца после выхода самой игры, мы уже с вами, так сказать, начнем проходить... Это... чё за херь там? Вот эту вещь. Говорят, хорошая игруха получилась. Мы сейчас и посмотрим. Так, нажмем Enter. Да, я понял. Угу. Так, я играю сейчас на ноуте. На ноуте. А, полный экран, разрешение. Я не знаю, какое у меня разрешение. Яркость дополнительная. Монитор. Изменить. Чё я дальше? Средний, ну средний, так средний. На ноутбуке играю, тут карта GTX 850M. Мне, собственно говоря, не нужна такая мощная видеокарта. Конечно, можно попробовать сейчас поставить на высокую. Так вот сделать. Ну, посмотрим, если вдруг лагать будет. Потому что карта не из лучших все-таки. Потому что я не на компе. Сразу говорю, я на ноутбуке. Сейчас на отдыхе нахожусь и хочу снять. Поснимать пока. Давайте начнем новую игру. Юбер. Я воплощение смерти. Не бейте меня. Папуль, можно поиграть? Ну, давайте, не бейте меня. Не бейте меня. Папуль, можно поиграть? Это вообще бред. Пока под 30 FPS держится. Ну, касценка идет. Ну, конечно, касценка 30 FPS. Действительно. Ну, я надеюсь, вы сами будете там читать, потому что я не люблю читать, вы знаете. Давайте я отключу микро, и вы послушайте. Так, это походу первая миссия. Графа, как мы видим, тут говно, как и в трансформерах. Собственно говоря. С самого начала у нас веселуха. Ну не лагает, 40 FPS держится, отлично. Так, что нажать надо? О, блин, не люблю я. Где, блядь, инструмент? Рит, я понял. Да ща, все будет. Да, интерактив хороший, мне сразу нравится. Где грузовой отсек? Ну, хоть бы что-нибудь показывали, да. Ничего не знаю. Где грузовой отсек, наверное, вон тут. Так. О, ну это прикольно, собственно говоря. Интерактив вообще божественный. Правда, чувствительность мыши огромная. Управление. Чувствительность мыши. Немножечко снизим. У меня это как-то не то. А сейчас уже меньше. Да. Меня знаете. Я такой человек. В Майнкрафте всегда у меня такое. Так, ну... О, вот это еще надо срезать. Так, и вот это. Иду. Начало безупречное, отвечаю. Не то, что в трансформерах. Ой, рвануло. Это типа War Thunder изнутри бомбардировщика. Oh,
Так, сейчас на турельке будем сбивать их, походу. О! В первой миссии дали пострелять. Да, War Thunder новый называется. World of Warplanes 2, на. Так, тут бомбардировщики падают, конечно, вражеские. Реактивные истребители. Опа, меня вынесло. Смерть снова стучится в дверь. Зовет меня. А они проиграют ее, по сюжету игры. You're still breathing, you dumb bastard. It's tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One. Medpack free, Blasco. Use it. You playing out your hatch, gadget. Hey, Condor 9, this is Vulture One. You're crowding me. He's on. Да, мы на высоте. Это чё за нахуй летит? Чё за огромная херня? Нихера себе. Чего? Что-то происходит, я еще не курю. Нихера себе. Ты что творишь, дед, блядь? Ой, а в нас мистер Шмидт упал. Пацаны, давайте. Это наш самолет упал, походу, да? Ура, сэр. Пацан, вставай. Что творится, не пойму. Что-то все падает, рушится. Ни хера не вижу. Please for impact, we're coming down hard!
Все, упали на. О, тираннозавр Рекс, видели? Подождите, а это уже новая миссия вроде. Или нет? Так, чё это? Fergus, what's your status? We've got a skitter in bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat it. No joke. I've got the same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, Private Wyatt, flash your light. Blasco, can you see the light? А, вон они. Нихера, тираннозавр Рекса бегает. Что я могу сделать для тебя? Мы не можем дойти до него с нашей позиции. Я не знаю, что я здесь. Но если ты можешь access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small, I'm sure they're worth a bug at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be all right. Good plan, Fergus. Coming to you. Да, такая херь. A beast built by Death's head. Should have killed that man long ago. Череп? Кто такой череп? Даже отметок нет, куда плыть. Вон есть. Ой, блядь. Ой, бля, а это что за нах? Там какая-то хрень огромная немецкая еще вылезла. Нихера. Ты чё за ересь? Фух, фух. Это типа свои? All right, listen up. There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. Put this on. I'll radio updates from our position. Right, lads, be ready to lay down suppressor fire. Так, ну сейчас будет весело, я так понимаю. Нам дали пулемет. Так, повсюду палят. Пулемет такой. Так, задерживать надо. Никол, да? Я куда-то грохнулся. Надеюсь, не в текстуры. А куда тут? А, во. Немножечко брони взяли. Так, отлично. Двоих грохнули. Идем дальше. Новая игра. Новое оружие, граната. Возьму это хорошо. Ясно. Значит,
здесь нужна граната. Да, не туда. Нормально пойдет. Так, взяли патроны. Так, а как сюда пройти-то? Или куда нам надо? Не, ну сюда, да? А что делать-то? Левый альт. Левый альт и И. Опа! Откуда гасить? Справа? Так, тихо. А, тут такой. Так, нормально, перестрелочка идет вовсю. Вай-вай-вай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чё там за хрень? Чё это я сделал? Куда я нажал? Что он одиночный мне выстрелил? Да. Пока непонятно. А, вот, на С я нажал. Так. Тут еще патроны были. Так, бронь у меня есть немножко. У него можете взять патроны еще немножко. Тупые, конечно. Нажмите мягкий знак. Мягкий знак. Где он у нас? Вот. Это мэ. Это мапа. Нам надо сюда идти. Мапа. М нажимаем, это мапа. Легко запомнить. Мы где-то в бункере сейчас. Пока непонятно, куда нам надо идти. Мы это отсюда прилетели, походу. Или не походу. Нет, тут пройти нельзя. Так, ну, подрочили мы тут углы. Всякие там. Немцы тут немного тупые на этом уровне сложности. Ой! Динозавры! Мать твою! Я динозавров боюсь. Динозавр! Динозавр! Ну да. Немножечко страшно. Это не такой огромный, как те динозавры. Так, этот мертв. А чё они светятся? Чё, святые, что ли? Не понял. А это еще что такое? А ты чё стреляешь? Я тебе разрешал вообще? Давал слово? Мать твоя, школьница. Куда идти-то теперь? Блин, этих много там. Нихера, это что за нах? Да ну, в одну руку возьму.
Смотрите, они по мне пуляют. Апокалипсис? Да не, это херь какая-то. Всех обдрачил. Пойдемте наверх. Его еще обдрачить надо. О, не понял. Он держал патроны. Да, все-таки я не знаю, что это такое. Электрическая херь какая-то. Еще самолет наш тут упал немножко. Опа, тихо, дрочат углы. Дрочат углы. Я дрочил углы, а они меня убили. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо, где у меня граната? Да, патронов тут обделяют, конечно, патронами. Насчет патронов мы потом поговорим. Зачем нам два пистолета? Не люблю я это дело. Я поодиночке всегда стреляю. Макс, я уже запомнил. Воду нам сюда. Чё за карта? Вот мы где. Вопрос. Там вопрос нарисовал. Может, вернемся к вопросу? Да, чем-то смахивает. Помню, в Resistance играл. Вот на Resistance похоже немножко. Вот эта атмосфера, где все бегут на тебя, а на заднем плане какая-то херня происходит полная вообще. Это не колда. Да. Побольше эпика. Так, подождите, это не конец. Да, там такие в Resistance типа того ходили. Херни, всем мешали. Так, а куда нам идти? Нет. Подожди, я обратно вернусь. Не, говно. Можешь взорвать ракеты? Нет. Я тут? Да, что-то тут какое-то задание. Может, грену кинуть? Может, что-нибудь произойдет? Да, что-то произошло. Нет, тут ничего нет. А, это проход. Обход, что ли, типа? Или что, я не понимаю. О, мы куда-то в другую херню зашли.
Так, хпшки у меня до 40 только восстанавливаются тут. Автоматом. Потом надо будет уже искать аптечку. Похоже, да, похоже на резистенс. Отвечаю. Очень похоже. Ой, меня с другой стороны валит. Я как дурень последний. Тут бронь валялась, а я не взял. Прикиньте. А вон они сзади зашли, гады. Иисус и Иерархия 4. Да, первая серия получится долгой. Не понял. Это уже вторая миссия идет у нас. Но их-то много все равно. Они откуда-то берутся. А куда нам идти-то? Хотя можно на этом закончить. Собственно говоря. План бункеров. Непонятно вообще, где мы. Что делать? Открывается с другой стороны. Но мы отсюда пришли. Да, отсюда мы пришли. Вот, мы так заходим, например. И тут все обдрачиваем. Так, я заблудился. Надеюсь, вы это поняли. Ага. Что-то я нашел. Вот выход. Ну, как бы мы там должны углы обдрачивать, нет? Разве не там углы должны обдрачить? Все, причем. Ну, я тут дрочил углы уже, как бы, немного. Можно попробовать. Нет, нигде. Так, не трогается. О, что было? Не, патроны. Что, опять гранат закидывать, не? Что-то я помню, там надо было нажимать. Не, какая-то ересь. Что-то непонятно, честно. На логику игра, что ли, или на чё? Я, блядь, тупой. Тут надо же все обдрочить как следует. Не, ну я так понял, нам туда надо. Смотрите карту. А, вон, смотрите, Б. Б туда. Подождите, а что за херь? Что-то я ни хера не пойму в этой карте. А, ну вот. А это верхний этаж. А нам надо вон туда. Как туда?
Нет, проходик-то тут должен, по сути дела, быть. Его нет. Видите, там написано проход. Его нет. Вот так вот. Вот так вот. Да. Как бы мы тут должны вроде бы прорыть что-то. Я что-то не понимаю. Подавить зенитки. Зенитки там находятся, далеко. Нам надо как-то туда попасть. Что делать надо? Всех перемочил вроде. Все равно непонятно. Для чего этот пулемет? Так, не знаю. Ой, странная игра. Нервы мои заебало. По сути дела, мы должны вот в этот хер спуститься, а он не открывается. Как назло. И выпуск уже, наверное, идет 40 минут. Не, я же не настолько тупой имбецил. Не, ну если честно, куда нам нарели надо? Непонятно. Бля. Ничего не понятно. Мне. И вам, наверное, тоже нихера не понятно. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Ну а с вами был я, Блэкс, и всем удачи, всем пока, берегите себя, пока-пока.